строительный сектор Казахстана могут прийти малазийские инвесторы. Они уже провели переговоры с несколькими потенциальными партнерами и считают, что рынок недвижимости в нашей стране весьма привлекателен. Особенно их заинтересовали беспрецедентные льготы освобождения инвесторов от корпоративного подоходного налога, налогов на имущество и землю, а также меры дополнительной финансовой поддержки инвестпроектов. Представители малазийской бизнес-элиты подчеркнули, что работать в таких условиях комфортно и выгодно. Мы открыты для конструктивного диалога и совместной работы. Встречи с нашими казахстанскими коллегами прошли плодотворно, и мы уже рассматриваем несколько вариантов для создания совместных проектов. Пока говорить об этом рано, требуется тщательное экономическое обоснование. Но могу вас заверить, что эти инициативы принесут взаимную экономическую пользу.